В июне цветет вербейник, или второе название этого растения – лизимахия. Многолетнее растение морозоустойчивое. Вот такой красавец с колокольчатыми цветочками и отличный медонос. Есть и другие сорта вербейника. Вот с такими листьями пурпурными. Это вербейник пурпурный. Листья у него красивые, но цветочки невзрачные, не такие красивые. И корни дают далеко отпрыски, далеко от куста. Вот еще вербейник бывает с вот такими цветными листьями. Когда они молодые, они с розовой окантовочкой. И по мере старения листьев окантовочка становится белая. Красивое растение для украшения сада.